радостный. Меня привело сюда возмущение фальсификации решения, которое было принято депутатами городского совета, было сфальсифицировано. И я очень сильно возмущен этим. И я сегодня здесь для того, чтобы было правильно принято решение и правильно было оформлено документально. Почему принято такое решение? Ну, он у них спросил. Организовали плечо к плечу, закрыли. Место оставили вот здесь, чтобы четко и там плечо к плечу организовали. Люстрацию через мусорный бак. Желательно через тюрьму. А потом в тюрьму можно прямо к прокуратуре подкатить. Голосовать, а потом, если ничего, не выпускают. Я просто считаю, что на трубе давят сверху Ахметовские его все друзья. Вместе с оппозиционным блоком. Очень сильно давят. Но надо выбирать по совести. Время пришло. У него срок кончается, и надо оставить в памяти у жителей хорошее впечатление. Проверяет. Что он сделал для города? Почему вы не Ларионов? А Ларионов кто? А кто он? Наш почетный житель. Хорошо. За что? Что он сделал лучше других? Вы напишите заявление, мы его распустим. А где моя машина?